Года ее не берут. Слышали такую фразу? Как вы думаете, почему о некоторых так говорят, а других так не говорят? Почему одни быстро стареют, а вторые как будто как задерживаются? И люди говорят, это генетика. Сегодня ученые, очень многие работают над понятием генетика. Я в последнее время очень много стала читать Джо Диспенза, и он прямо научной точки зрения. Возьмите книги его и начните читать. Но вы знаете, теория – это хорошо, но лучше все-таки, чтобы вы практику применяли. Потому что моя методика полностью построена. Вот если читаю Джо Диспенза, я понимаю, о, вот этот человек говорит то, о чем я интуитивно, к чему я интуитивно приходила и путем своих работ с людьми. Вот сегодня я работала с одной клиенткой, она говорит такую фразу. Мы начали говорить о времени, о том, что она говорит такую фразу. Время сейчас работает не на меня. Я говорю, ну смотри, это же только твоя установка. Ну смотри, что это же только ты так решила, что время работает не на тебя. А я выбираю, что время работает на меня. Время мой союзник. То есть, когда время работает не на меня, время мой оппозиционер. Если вы были в моей методике, я бы вас отправила в треугольник Карпмана. У нас есть специальный тренажер, который работает по треугольнику Карпмана. Я бы вас отправила в треугольник. Я, время, например, болезни. Потому что люди говорят, ну а что ты хочешь? Мне уже столько лет. И понятно, что болезни делают свое дело. И старость делает свое дело. Поэтому мы бы с вами пошли и проработали треугольник, где вы сами назначаете время правами и способностями вам вредить. Я сама дала времени права и способности мне вредить. И точно так же, как я дала времени права и способности мне вредить, я могу дать времени права и способности мне способствовать, мне содействовать успеху. Или по-другому, время меня не берет. Вы знаете, я всегда говорю, так плохо, так жалко, что я не узнала это, когда мне было 20 лет. Потому что мы в общественной массе, знаете, люди говорят, а ты говоришь. Автоматически в основном говоришь. И тут, конечно же, входит в систему, система Павлова. Наверное, знаете, да, Павлов делал эксперимент. Собаки давали еду, и в этот момент звенели. Потом переставали давать еду, но звенели, и у нее слюна выходила. Также и мы автоматически повторяем за всеми. Сейчас